Главное то, чтобы были не только кадры вот рабочие, профессиональные, подготовленные, эффективные, но и кадры, которые инженерные, которые готовят рационализаторские предложения, разработку новых каких-то технологий, оборудования. Вот в чем важность, чтобы мы не брали что-то на Западе, что-то там нам досталось, да, а то, что мы сами разрабатываем, и нас никак не могли взять за горло в любой период времени, что, а, вы плохо себя ведете, вот вам санкции, и передавили, так сказать, жилу нашу. Поэтому, конечно, здесь вопрос кадровый, это бесспорно присутствует, и он должен быть постоянно в развитии и во взаимодействии, и университет, то есть федеральные структуры, техникумы, профтехобразование, школа, даже школа, начиная со школы, и это задача органов местного самоуправления и органов госвласти Тюменской области.